Утро в Ивановском районном суде началось с захвата заложников. Вооруженные недоброжелатели ворвались в здание, напали на пристава и проникли в зал заседаний. Такова легенда совместных учений ФССП и Росгвардии. Из здания оперативно эвакуировали сотрудников и вызвали ОМОН. Террористов, у которых к судье личная неприязнь, заблокировали в зале заседаний, чтобы они не смогли выйти. Слышно меня или нет? Я тихо говорю! Задача приставов, что работают в судах, обеспечить доступ переговорщика к недоброжелателям и дождаться силовиков. Здание оцепили. По легенде, преступников нужно выманить на улицу в машину, где их ждет подельник. Все, отошли, говорю! Отошли откуда? Где машина-то? Машина где? Машина где? ОМОНовцы сработали оперативно, согласно разработанному плану. Но сценарий этот все же далек от реальной жизни. В их операциях к ним никто не стал разговаривать. Их уничтожили снайпера. А здесь, как тренировка, просто они не успевают оказать сопротивление. Потому что действуем быстро, молниеносно, приводим захват. Нормативов ни для приставов, ни для силовиков нет. Но сработать в случае ЧП нужно незамедлительно. Эта ситуация осложняется тем, что здание стоит на оживленной улице. И даже люди вокруг при неправильных действиях могли бы пострадать. Первая задача судебных приставов – это, соответственно, оповестить все службы города, сообщить, соответственно, председателю суда и произвести эвакуацию посетителей и работников суда, что было сделано нашими сотрудниками. Справились все на уверенную четверку. Такие учения проходят регулярно. Следующий сценарий – тактические действия при пожаре в здании суда. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.